Всем привет, с вами администратор сайта CryptoMining.ru. В этом видео речь пойдет про сервис, имитирующий облачный майнинг CloudMine.co. Я думаю, многие с ним знакомы. Для тех, кто не знаком с данным сервисом, скажу, что этот сервис уже до этого работал долгое время. И, соответственно, сейчас случился его перезапуск. То есть всем, кто до этого с ним работал, так сказать, там баланс обнулили и запустили проект заново. Наверное, тогда сразу у многих возникает вопрос, зачем вообще работать с этим сервисом, если это уже перезапуск. Ну, дело в том, что когда админ данного сервиса создавал еще его в первый раз, то он, так сказать, давил на честность, утверждал, что проект будет честный, будет работать до конца и выплачивать всем деньги, пока может. Соответственно, так и случилось, и многие остались проектом очень довольны, потому что действительно проект работал очень долго по меркам текущим хайвов. Более полугода он работал, если мне память не изменяет. И, соответственно, многие успели выйти в неплохой плюс там. Ну и администратор, так сказать, зарекомендовал себя. Ну и, соответственно, вот сейчас перезапустили этот проект, здесь сменили дизайн полностью и все по новой, так сказать, запустили работу. Работает он, как вы видите, 6 дней, запустился он во второй раз 4 июля 2017 года, и здесь поменялись правила, скажем так. Я пока сам, если честно, не до конца совсем разобрался, но, как я понял, теперь данный проект работает по принципу крана, ну или, по крайней мере, пока что работает по принципу крана, потому что пока что я не нашел здесь, как можно вводить деньги. Возможно, это введут позже или вообще не введут. Ну, пока что я почитал, здесь написано, что идет тестовый период, возможно, пока что нельзя вводить деньги. Пока можно работать вот только с бонусов. Здесь, соответственно, я сейчас перешел в аккаунт. В аккаунте есть раздел «Бонусы», и тут можно каждые 4 часа получать небольшой бонус и с него работать. Вводить деньги, как я уже сказал, пока что нельзя, ну, мне кажется, что это в будущем введут. Ну и, соответственно, вообще, как здесь работать? Вот в аккаунте есть мощности, Dogecoin и доллары. Работа здесь, скажем так, отличается от других проектов тем, что здесь можно майнить только мощности. То есть вы не можете майнить Dogecoin, не можете майнить доллары, можете майнить только вот сами мощности. Грубо говоря, мощности майнят сами себя, своеобразный реинвест. И, соответственно, вот эти намайненные мощности вы можете в любой момент обменять на доги или на доллары. Вот в разделе «Обмен». Заходим, выбираем «Отдаю гигахэши» и выбираем «Получаю», что, ну, например, доллары. И обмениваем мощность на деньги. И в чем вообще весь смысл такой сложной системы? Смысл в том, что здесь вы не тупо будете вводить, так сказать, ну, ввели деньги или там на бонусах насобирали и ждете, пока у вас там сколько-то наберется минималка и выводите каждый день. Здесь можно работать разными стратегиями, так сказать. Потому что чем больше у вас вот этих мощностей, тем быстрее они добывают сами себя. Соответственно, можно их не выводить каждый день, не обменивать на деньги, а, например, подождать подольше, пока у вас наберется побольше этих самых мощностей, и затем уже обменять их на деньги и вывести. Так вы можете получить намного больше прибыли, но при этом есть риск, что пока вы, так сказать, раскручиваете эти мощности, набираете их, уже проект перестанет платить. Ну или же вы можете, скажем так, стабильно работать, то есть просто каждый день намайненные вот эти мощности обменивать на деньги и выводить. Так тогда рисков намного меньше, но и доход, соответственно, будет намного меньше. Или же можете как-то комбинировать эти стратегии, например, до какого-то определенного момента майнить мощности, раскручивать, так сказать, свое облако, и затем уже начать выводить деньги отсюда. В общем, здесь не просто заводите деньги и ждете, пока будет прибыль, а здесь придется подумать и выбрать оптимальную стратегию, как работать.
Если вы что-то не поняли из моего объяснения, то можете по ссылке в описании почитать текстовый обзор, я там тоже постарался объяснить более-менее понятно. Или же можете почитать правила на главной странице, вот там есть на них ссылочка на главной странице данного сервиса. В правилах тоже все объяснено. Ну и что еще тут интересного? Пока что, как я сказал, работать можно только с бонусом, поэтому вы ничем по сути не рискуете. Ну, соответственно, если в ближайшее время введут ввод денег, то там уже можно будет завести свои деньги и рискнуть, так сказать. Что касается минималки на вывод, они здесь очень низкие, по крайней мере пока что. Вот можно видеть 20 доги и 0.2 USD, то есть ну, очень низкие минималки, достаточно быстро набираются. Также, что еще нужно добавить, это то, что если у вас был аккаунт на старом проекте, то можете работать с него, новый аккаунт создавать не нужно. Если вы с этим проектом еще не знакомы и не работали до этого, то вам нужно будет создать новый аккаунт. Ссылка на регистрацию будет в описании, ссылка на текстовый обзор проекта также в описании, там можно его обсудить. На этом все, подписывайтесь на канал, всем пока.